Макс, ну поздравляю с победой и с забитым мячом. Поделись комментарием по игре. Ну, наверное, нам во втором тайме надо было выйти первую игру, да, те, кто вышли, ребята, хотели доказать свою профпригодность, каждый хочет играть в сезоне, поэтому каждый выкладывался насколько надо, вот, то, что забил, ну, это просто дело случая, у нас каждый мог, я думаю, из команды также попасть по воротам, у нас все квалифицированные футболисты, поэтому на себя не хочу брать никакие лавры. Когда последний раз забивал, помнишь? Давно, в премьер-лиге еще не забивал. Как оценишь итоги первого тайма? Команды ты видел со стороны? Слушайте, ну мы все под нагрузками. Наверное, это сказалось, да, кому-то дается тяжелее нагрузки, кому-то легче. Я думаю, что все дело только в нагрузках, поэтому первый тайм такой скомканный вышел, да. Было много провалов, но я считаю, что никак нельзя это брать игру в пример того, как мы будем играть в сезоне, потому что, опять же говорю, мы сейчас находимся под нагрузками. Расскажи про свой гол немножко. Как получился, сложился? Да. Как, просто я, когда пеня скидывал, я уже знал, что я буду бить. Просто не знал, слева бить или справа. Дал справа, поэтому забил, попал. Никаких вопросов нет. Как оценишь вообще в целом итоги сборов вот на данный момент? Слушайте, ну, это одни, наверное, из моих лучших сборов, потому что Михаил Михайлович дал нам программу, скажу, тяжелую, но при этом адекватную. Мы все очень довольны, у нас очень мало травм, тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, там, чтобы не было никаких травм. Вот. И все ребята очень хорошо готовы физически, это видно после того, как мы начинаем добавлять к середине тайма, поэтому это прекрасный сбор, прекрасное время, и мы готовы к сезону. Не могу спросить про наших новичков, как тебе бок о бок с ними на поле, в тренировочном процессе? Слушайте, мы все знакомы давно уже, да, мы играем в премьер-лиге там 2-3 года уже, и в принципе все друг друга знаем, поэтому, ну как, отлично приняли, у нас с Дюбой особые там есть игры в хоккей, у нас НХЛ матч, вот, рубимся, и так и очень... Хорошие ребята, что Глушенков с Пеняем, что Дзюба со Смольником, поэтому все ребята отличные, все добрые, отзывчивые, со всеми приятно работать. Ну и кто заключен вопрос, кто чемпион по хоккею-то? Вот Дзюба думает, что он, на самом деле я.